Привет! Сегодня не из Берлина, мы приехали снова в Кёльн на 2 дня. Ну и сейчас хотим сходить покушать и прогуляться. Ну и берем же вас, конечно, с собой. Приятного вам просмотра! Остановились снова в Maritim отеле. Ну, хороший этот отель. Wieso? Na so, hier lang meine ich. Купили мороженое. Вот здесь, кстати, очень вкусное мороженое, самое вкусное, которое я вообще ела. Тут у меня фисташковое и кокосовое. А у Инга шоко и кокосовое. Man muss man doch erst mal anstoßen. Hier stößt man nicht. Prost, у нас говорят здесь. На здоровье. Und, schmeckt gut? Schön kalt. Obwohl, ne, so kalt ist das nicht, ne? Ist normal. Не очень холодное пиво. Инга проголодался. А я еще нет. Тут вот шоколадный музеем у нас. Линд. Линд шоколада. Шоколад. Линд. Ну, самый дорогой шоколад у нас. Здесь музей. В нем мы уже были, поэтому туда не пойдем. Скушал Инга всю эту свою колбаску и картошку фри. Ну, я маленько попробовала. Ничего вкусного. Сидим сейчас, знаете, наконец-то у нас такая нормальная температура, да, сегодня 26 градусов. А то эти дни рассказывали, да, жара была. Вчера вообще было 36 градусов снова. Невозможно было вообще из дома выйти. Поэтому сидели в доме, вернее, я сидела, Инга-то на работе был. Даже ничего снимать не могла. По дому кое-что поделала, и вся как мышка была мокрая. Gesundheit. Инга чихает и кашляет до сих пор. Ну да, сейчас маленько посидим и еще
хотим погулять маленько, а потом на ужин. Ну так прекрасно, такой ветерок, так свежо здесь возле реки, да. Очень хорошо. Сидим. Пиво тоже, ну ничего, вкусное, но не так. Другой сок мы обычно берем, это маленько такое, покрепче. Можно пить, но все равно другой этот кёльш. Фрю называется, но ранний кёльш. Все-таки лучше, это такой сиос кёльш, кто в Берлине, вернее не в Берлине, а в Германии живет, тот знает. Маленько другой сорт. Да. Ну ничего, все равно вкусно. Сидим, наслаждаемся видами. Уже положили камень на эту, уже улетают вот эти. Одну я, ну, за соседним столом не углядела, улетела прям в воду. Ну да. Тут такие, видите, столько раз Инга разговаривали. Неудобные, да? Но подушечку положили, но все улетает. С официанткой поговорила, говорит, туда же, говорит, эти маленькие стаканы по 200 миллилитров даже уже не дают, потому что они тоже все перекидываются, когда здесь ветер прям сдувает все. Все равно сдувает. Если бы все ушло, то где? Штат Эйнвертс, то есть это на Маркт. Oder du fährst zwei, drei Stationen mit der U-Bahn. Die fährt da unter der Straße lang, unter der Hauptstraße. Nee, da möchtest du noch was? Dann möchte ich bezahlen. 10,20 €, bitte. Da oben, Verlies.
Zebra haben die ja nicht, ne? Die gibt's hier. Oh, Zeitung. Ich muss meine Zeitung lesen. Genau. Aber das ist ja das Menü, das ist keine Zeitung. Ja, das weiß ich, Schatz, aber das ist ja die Karte. Ja, der Zug ist pünktlich. Ach, das war der Innenhof da. Ich glaube, wir sehen dann mit der Katze da, wissen wir. Ja, die haben ja auch drinnen, ne? Und draußen. Mhm. Und Innenhof. Wir haben ja hier auch Fleisch, Fisch und Pipapo. Lächel mal. Guck mal, die hat ein Herz-T-Shirt an. Смотрите, какую пиццу принесли. Огромнейшую. Tausend, ja. Наверное, не съем. Но сейчас попробую. Инга тоже. Anna. Разговаривает по телефону со свекровью. Ja, danke schön. Tschüss. Das schaffen wir ja nie, ne? So eine Riesenpizza. Говорю, Инга, не справимся с такой большой пиццей. Ну, выглядит аппетитно. И тоже вот видно, что с манкой, не с мукой. Значит, должна быть вкусно. Остро. Das sind ja diese grüne, die scharf sind. Это зеленая паприка, она очень горькая. Поэтому. Но ты magst auch scharf. Und sonst geschmacklich? Besser als meine, oder? Anders halt, ne? Anders. Schmeckt auch gut. Тоже вкусная. Deine ist knusprig. Моя маленькая была похрустее, хрустящее, чем это. Ein bisschen weich, glaube ich. В середине маленько мягкая, говорит. Aber kann man essen, ne? Ja. Все равно вкусно. Очень такая тоненькая. So wie ich das mag. So dünn. Люблю такую тонкую вкусу. На закваске все равно вкуснее. Ведь золото так шмит просто бессом. Моим гешмак. Я? На здоровье. На, Инго, шапсту дат? Я говорю, справишься или нет? Я все. Вот пол пиццы съела и уже все, не могу. Ну, с собой возьмем. Пусть нам завернут. Еще в отеле завтра доем. Как раз мне завтра ужин. Na, ich denke mal, das schaffst du auch nicht. Die Hälfte vielleicht noch. Я говорю, может, половину еще сможешь. Ich lasse auch das Stück nicht liegen, denn dann esse ich ganz. Aha, я говорю, я же кусочек не оставил, все съем. Ну, посмотрим, как он съест. Видите, справился. Два кусочка только оставил.
Hast du geschafft, ne? А я нет. Надеюсь, что завтра будет солнце все равно светить. Хоть я и не доела. Посреди недели, но народу, конечно, много. Я представляю, как тут выходные дни при такой погоде. Там какую-то сцену строят. Kannst du sagen, dass hier der Weihnachtsmarkt im Winter ist? Наверное, какое-то мероприятие будет. А зимой здесь рождественская ярмарка вот на этом месте. Сейчас с вами побываем. Вот здесь, в этом ресторанчике. Вот в этом сидели. Вот запаковали мне пиццу мою половину. Отдали 37 евро 20 центов. Сейчас уже пойдем в отель. Инга завтра утром рано вставать на работу. А я завтра, наверное, по магазинам еще прошвырнусь. Вот видите, все сидят на улице. Кто кушает, кто пьет в кафешках. И чем длиннее вечер, тем больше людей. Сейчас само начинается собираться. Сейчас у нас 6:30 вечера. Ну и вот все на ужин выходят. Да, тут будет какое-то мероприятие. Какое, надо еще почитать в интернете. Потому что большую сцену поставили. Будет какая-то или музыка, или концерт, или что, непонятно. Или какой-то митинг. Сейчас наше время. Не пойми, что бывает. Не обязательно положительный какой-нибудь мероприятие. Или, может, что-то политическое. Вот видите, сцену ставят. Ну, аппаратура, да. Наверное, какой-то концерт, скорее всего. Потому что свет даже вон ставят. Ну да, но мы на выходных уже здесь не будем. Значит, не увидим. Вот. Наш отель снаружи. Такой красивый. А здесь напротив вот мороженое. Сейчас автобус проедет, там покажу. Вон там через дорогу мороженое. Очень вкусное. Инга читает свои сообщения, а я тут снимаю. Клима-анлага фейт, да? Я? Кондиционер, говорит, кондиционера не хватает. Да, немного жарко. Я пока им бикини мит. Ну да. Инга здесь куда бассейн, зауна, говорит, зауна. Мы тоже можем сходить в бассейн. Я говорю, я купальник не взяла. Он говорит, ну голенькими. Я говорю, ага. Сразу выкинут тут голеньких с бассейна. Сидим, объелись. Без того мазы задки, можно? Я тоже объелся.
сидим. Уже даже не было сил еще сходить прогуляться. Полный живот набили. Но ничего, зато было вкусно. Да, такое тонкое тесто, пицца была вкусная. Конечно, да, Инга прав, посередине не так хрустящая. Но можно так и должно быть, не знаю. Моя-то вся хрустящая, а эта маленько была мягковатая в середине. Но ничего, все равно можно было кушать. Вкусное было. Ну да, сидим, не знаем, что делать. Отдыхаем. Садига один инцугима. Инго шторы закрыл. Видите, наша такая. Так, пиццу положить. Две бутылки дали воды на этой рецепцион. Рецепшн. Такой номер. Сейчас откроем. Ну, немного тут этот дом, видите, видно, когда дом. А тут у кого-то с балкона вещи послетали, валяются. Кто-то осушил, наверное, после бассейна. Ну, вот так. Ну, обзор делать не буду, уже идентичная же показывала, да, такие одинаковые. Кровать. Вот. Ну и вот душ, раковина, ничего особенного. Хорошо погуляли. Ну, да, наверное, прошли где-то километров, сколько? Наверное, километров 6-7. Ну, уже устали с непривычки, да? Вот что значит, отвыкаешь двигаться, да? С этими карантинами, со всем, с этой жарой, да? Уже давно долго не ходили, и уже мышцы ослабли. Уже прям ноги гудят. Еще маленько отекли от жары за эти дни, да. Ну, хорошо погуляли, так прекрасно. Даже непривычно, да, из дома наконец-то выбрались. А то уже и к дому. Как значит, человек привыкает, да? Привыкает на природе и привыкает дома сидеть. Все мы состоим только из привычек, как из хороших, так и из плохих, да. Завтра хочу, говорила же уже, да, по магазинам пробежаться, кое-что нужно купить, посмотреть. Завтра на работе будет, вечером, может, придет еще, может, сходим погуляем, может, и нет, не знаю, не обещаю, как день пройдет. Послезавтра поедем не домой, а заедем к друзьям. Ну, а там, не знаю, буду снимать или нет. Сходим еще на природу там, потому что друзья до вечера на работе, а у нас весь день свободный. А с утра надо с отеля уже выезжать, да? Поэтому из отеля выселимся и поедем. И уже в их краях, они под Ганновером живут, там погуляем до вечера, а потом поедем к друзьям. Ну, а там посмотрю, что разрешат снять. Может, вам покажу. Нет, так нет. Ну, вот так прошел наш день сегодня. Надеюсь, вам понравился мой влог сегодняшний. На этом буду с вами прощаться. Всего вам доброго, позитивного и до новых встреч. Всем пока-пока!